Всем привет, с вами снова Женёк, и мы продолжаем проходить Sheepdog & Wolf. И у нас на очереди 10 серии, вот мы оказались где-то, я не знаю, нас просто прилетели и забрали на какую-то другую планету, и нам... Так, это еще что? И нам надо каких-то марсиан вот этих поймать, видимо. Подожди, а это что? Так, вот это херь, что мы берем? Помощь. Пылесос засасывает всех марсиан в радиусе 1 метра. Ага, все понял. Понятно. Так, давай-ка. Сюда, да? Отлично. Один есть. Один есть. Там что у нас? О, господи, камера, это просто пипец. Что здесь? Не прыгай. Ладно, это просто тест, он начинается делать. Вау. Да. Действительно, тут у нас... Вау. Скорей, скорей. О, господи. Нет, прикольно, конечно. Все понял, прыгать нельзя. Окей, окей. Блин, непривычно, я люблю попрыгать. Так, ложим ее сюда. Еще нам 8 штучек надо. Нам сюда надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пипец. Блин. Давай. Только не улетай, пожалуйста, друг. Ты мне нужен. Давай. Падай. 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 Есть. Нам надо просто двигать камни. Сейчас мы тебя сгоним, подлец. Так, она лежит, да? Так, а куда этот камень? Разочек. Отлично. Вот это я глупо сделал, блин.
все забываю. Не, ну мы не улетим. Хотя... Ой, повезло. Собираем таблетку и валим отсюда. Ага. А его это не касается. Окей. Блин. Лады. Сюда, друг, иди. Ну это легко. Погоди, блин, меня тоже засосало. Это легко, очень легко, блин. Пипец. Нет, за что? Так, отлично. Идем далее. Какие еще испытания нас ждут? О, блин. Нам не сюда. Так, ладно, пока мы не будем тут ничего делать. Потому что, ну, я не знаю просто, что там можно сделать. Пойдем сюда. Опасно. Да что это было? Охренеть можно. Так, лады. Значит, идем сюда. Сгоняться я, конечно, не буду тут. Так. Нас обманули. Там не надо по кнопке пробегать. Быстрее, окей. О, а это что? Фу-фу-фу. Короче, тут офигеть вообще просто. Давай, ладно, сюда пойдем пока. Да блин, ты издеваешься? Что у нас тут вообще?
будем торопиться. Так, ну и у меня получилось того чувака загнать. В итоге 5 штучек осталось поймать их, половину пути уже пройдены. И я нашел одну прикольную штуку. Вот это вот. Это увеличитель. А есть еще... Вау! Так, ладно. Тут я как-то так... пробежался. Так, вот тут вот у нас заперти, можно сказать, чувак. А есть еще уменьшитель, и мы становимся вот такими вот карликами, которые можем пробегать. Эти разряды. То есть, вот, увеличитель у нас тут стоит. Или как тут правильно? Блин. А нет, это уменьшитель, все верно. Вот эту кнопочку включаем, наверное, я так думаю. Так, а у нас не открылся он? Нет, у нас пока он не открылся. А так... Так он не открылся. Так, давайте-ка попробуем и все включить. Я думаю, как раз таки откроется. Да? Да. Ах ты падла! Ладно. И эту кнопку, блин, ай. А он теперь за нами гоняется и догнать у нас не может. Погоди-ка. Так вот все же, да? Нет. А как тогда? Вот так вот, что ли? Да. Так, нам надо увеличиться. Так. Так. Вложим. Погоди. Теперь нам надо уменьшиться, чтобы отключить кнопку посередине, и потом сразу увеличиться. Так. Так. Отлично. И погнали гонять его. Погоди. Ага. Понятно. Ничего не понятно. На самом-то деле. Погоди-ка. Какую нам кнопку-то надо, чтобы вот это... Да ёпрасоте. А, ух-ух-ух.
Среднюю, значит, да? Надо, чтобы он как-то пробежал. И потом среднюю опять включить. Окей. Поехали. Где он есть? Офигеть. Блин, не та кнопка. Вот так вот, да? Да. Быстрее, быстрее. Все, друг, попал ты. Иди-ка сюда. Блин. Готов. Еще один, и нам осталось 4 штучки их поймать. Окей. Так, тут у нас что? Тут и увеличитель, и уменьшитель стоит одновременно. Так. Погодите-ка, давайте сразу мы положим. Пожалуй. Так поудобнее будет. А где он есть? Подожди, подожди, подожди. Отлично. Иди-ка сюда. Хер моржовый. Так, и еще один у нас есть. А больше там ничего нету? Надо глянуть. Нет, тут нету ничего. Так, ну и можно вообще идти уже на самом деле туда. По-моему, там как раз уменьшитель был. Так, 3 штуки осталось. Блин, камера, это пипец просто тут. Ого. Ага. Так, отлично. Так. Замечательно. Тут снова у нас уменьшитель стоит. Так, ты у нас что делаешь? Тут тоже уменьшитель. Ладно, давайте начнем отсюда. Что у нас тут? О, увидел.
лечитель. Нет, не успел он, отлично. Сюда. Иди отсюда. А! Шел вон. Выберемся-то отсюда. Теперь. А, вот оно что. Как оно можно-то теперь? А он маленький, да? Его надо увеличить сначала. Он мелкий, он бегает. Нет, стой! Падла. Его нужно просто сначала увеличить. Увеличил. Чё, всё сначала, что ли? Да, блин. Так, ладно, хотя мы, в принципе, знаем, ничего сложного тут нету. Пошел вон. Пошел вон. Отлично. Господи, тут они выше, что ли, стоят, я не пойму. Но он не перепрыгивает там. Ладно, не будем халтурить. Успел, что ли, гад? Вот козел. Блин. Опять успел. Ты чё за херня-то? Ну ёпрасоте. Что за хрень творится? Не понимаю. Друг. Давай уже, иди. Того мелкого надо гнать сюда. А, или это он сам уменьшился. О, да. Почему там перепрыгивает? Я не понимаю, ладно, не будем мы. Блин. Давай увеличивай, сиди.
хер ты сбежишь? Давай уже заходить сюда, блин. Все, готов ты, парень. Так. И остался последний, а вот последний я уже не знаю, где на самом деле он может находиться. Тут не всех точно. Так, там один, там один. И там один, все правильно. Там двое. Что он скажет нам? Ты должен собрать всех, блядь. Где их найти-то еще? Так, тут мы всех собрали. Вау, про это я забыл. Ну там точно нету. Может, все же. Это я понял. Так. Ладно. Пойдем сюда еще сходим. Ой-ой-ой. Ну, тут вроде нет ничего. Ну да, тут я его забрал. И тут один он был. Хотя я, может, кого-то маленького пропустил. Так, ну там вроде уменьшителей, увеличителей не было. Давайте-ка мы пойдем вот так вот глянем туда. Хотя навряд ли это получится, конечно. Но мы все же попробуем. Так, там понятно. Где же может быть последний-то? Нет, нету. Да и здесь вроде бы нету. Может, интересно быть такое, то что его реально маленьким сделали, и он где-то лазит сейчас по углам. Хрен увидишь.
Так, ну там раз, там два, там три мы забрали. Там двоих, правильно? Так, он на той площадке. Шесть. Там двоих, семь, восемь, и там девять. Хм. Интересно. Здесь только же две, правильно? Правильно. Так, ладно. Опа, я что-то видел. Что-то я видел. Вон он. Вон он. Как к нему попасть? Да ёпрасте. А через гравитацию, кажись, да? Можно же будет. Черные дыры. Отлично, полетели. Черные дыры — это плохо, я так понимаю. Да, это плохо. Окей. Так, где? Вот сюда бы на уступчик нам. Погоди-ка. И что? Что, вообще никак? Может, так в космос улетим сейчас? Черные дыры, блин. Да, в космос улетели мы. Глянем тут, можно ли нам тут пробраться. Так. Давай, взлетай уже. Хм. Нет, гравитация. Так. И все, да? Давай назад. Вот это интересно. Блин, да, голову. И стоит и почесать, но... Ничего это не дает нам. И тут никак, кстати. Да, беда. Беда. Ладно, будем думать. Так, ну и, блин, примерно опять я понял, что нам нужно делать. Просто обратите внимание, как расположены эти черные дыры, и к ним, блин, то есть они не сразу засасывают, не моментально, а то есть на расстоянии от них можно держаться, и по ним так вот можно спуститься вниз. Что мы сейчас и попробуем сделать, конечно же.
Давай, 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 давай. Блин, нет, в эту я не планировал попадать. Ладно. Так, еще раз. Ну а иначе просто я не знаю. Давай, 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 лети. О, господи, блин. Надо вот эти облететь, и нормально все будет. Так, ща. Где есть? Уж попутался весь, нахрен. Сейчас разгончика возьмем. Блин. Да смотри же ты. Куда? Туда? Вон туда. Давай, 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 давай. Да бляха-муха. Господи. Давай лети уже. Давай, 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 давай. Да, и отвязавшись от них, мы начинаем подниматься сразу же. Видите? Да. Господи. Господи, после этих всех мучений наконец-то просто я сделал это. Так, и нам... О, нет. Тихо. Ай-я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 й. Давай, вставай. Есть. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Отлично. Ой, друг, сколько я за тобой последний, ты мой... А-а-а. Да давай! Все просто валим отсюда, господи, это... Пипец, давай пошляпали. Забывал еще то, что можно ускорение, оказывается, сжать. Вообще забыл про эту кнопку. И он так вот быстрее намного гребет, а не вот так вот летает. Да. Такое бывает. Все, собрал друг. Всех. Отлично. Можем грузиться. Грузиться? Отлично. Давай. Как я и обещал, доставлю тебя обратно на землю. Давай. Ральф. О, господи, это черная овечка. Это просто пипец. Ага.
господи. Я так и не понял сразу. Все, донесли. Донесли. О, господи, Сэм. Друг мой верный. Нельзя, нельзя. Конец. Да да ладно. Вот это неожиданно. Так, а у нас там часики должны быть же еще, да? Так, ну, сейчас мы глянем. Секундочку. Я же бонусные уровни еще же какие-то. Бонусных уровня. Блин, ну игра что-то вылетела. Ой, не пойму, что я сделала. Причем с ошибкой. Так, ну вот, еще два уровня каких-то. Так, доступ, да? Иди в осенний зал и прыгни прямо в черную стену, затем иди по пути, пока не увидишь дверь в уровень. Окей, а это... Доступ к тайному уровню будущее. Тебе придется найти дверь к этому уровню на другой стороне. Какой другой стороне? О чем ты, друг? Давайте глянем. Осень. О чем ты? Может быть, это? Черную дыру в стене. Где она? Тут. Ага. Вот оно что. Ага, вот он. Отлично. Так, ну и на этом все. А бонусные уровни мы пройдем уже в последующих сериях. Может быть, даже все в следующей бонусной серии я захвачу это. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Женек. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Всего доброго, до встречи.